Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем в криминалочку на сервере провинции ролеплей, точнее начинаем играть на этом замечательном сервере. Итак, думаю, в 2016-м этот сервер был популярный, но его, его заморозили на 3 месяца, проект закрыли на 3 месяца, теперь вот они вернулись. Так что все ссылочки в описании, вы знаете, что делать, заходите и играйте. Итак, я уже зарегистрировался, но, только зарегистрировался и все, еще не играл. Сейчас вводим пароль. Войти, и вот здесь мы появляемся. На спавне в Южном. Да, появляется на спавне Южном. Итак, если у Сера будут какие-то косяки, то не обращайте внимания. Сервер только развивается, так что вот такие вот дела. Так, на сервере 3 человека всего лишь. Это я и какие-то еще люди. Итак, такой вот спавн у нас. Здесь мы можем, здесь мы можем взять велосипед. Можем здесь взять велосипед, короче. Ну, по-моему, велосипед можно и так взять без этого. А здесь у нас что? Здесь у нас можно покушать. Купить фотоаппарат. Бейсбольную биту можно купить. Давайте купим бейсбольную биту. Хотя, по-моему, что-то не купилось. Ну ладно. Итак, что же здесь у нас такой спаун красивый? В принципе, да. Неплохой такой спаун, кстати. Давайте возьмем велосипед, наверное. Так, на N завести велосипед, короче. Итак, давайте посмотрим, наверное, меню. Меню. Персонаж, давайте посмотрим. Так, тут имя, уровень. Так. Ну, тут все понятно, в принципе, как и везде. Так, помощь по командам. Здесь такие команды у нас есть, любые. Что еще здесь у нас есть? Связь с администрацией, донат. Можно купить випку за 100 рублей. Так. Или перевести деньги 1 рубль 3000. Тоже неплохо. Так, информация о сервере. Провинция, автор Рубалкин какой-то. Помощь, идет набор. Неплохо. Было бы прикольно стать замом, конечно. Так, правила. Вход-выход. Ну, здесь все понятно тоже. И бизнесы. В бизнесе что-то ничего нету, ну ладно. Так, GPS. Места в Южном, места в Центральном, работы, организации. Давайте места, так, центральных, автошкола, но здесь сразу права даются, так что можете не покупать. Банк, общежитие есть, какой-то ремонт, и Ункновн. Не знаю, что такое, по-английски не шарю, автосалон. Ну, в принципе, все здесь понятно. Итак... Так. Поехали. Покатаемся. На семерочка стоит какая-то. Семерочка. Семеновна, так сказать. Думаю, давайте поедем, наверное, поработаем. GPS. Какие здесь у нас работы есть? Грузчик, дальнобойщик, мусоровозчик, таксист. Ну, думаю, нам нужно на грузчика. И грузчик у нас находится... О, нам дали денег... Чуваки, чтобы я купил себе машину. Давайте, наверное, сначала купим машину. GPS. Места в Южном. Автосалон. Так, автосалон у нас находится возле спавна сразу. Так, не надо ПДД только, чуваки, нарушать. Я-то на велосипеде. Сейчас купим машину и поедем на работу. Посмотрим. Автобу. Так. Автобу. О, BMW. Так, как нам листать тачки? А, вон, на нупаде тачки листаются. Так, сколько эта тачка стоит? 1 миллион. BMW M6.
BMW 7, 580 тысяч, 500 тысяч, вот такой джип, Ford Focus 270 тысяч, 800 тысяч стоит Mercedes, Logan стоит 300 тысяч, Крузак, лям с половиной, это, по-моему, марк первый или второй, неважно, семерка, Supra, Priora, Нива, четырехместная Нива, кстати, заметьте, не везде такая Нива есть, Транзит, Ford, Mitsubishi, Pajero, по-моему, автобус даже можно купить, 500 тысяч стоит, или 50. Ну, в принципе, неплохой выбор. Вот такой автобус можно купить, блин, за 50 тысяч. Ну, что же я выбрал, по сути, да? Я не знаю, здесь один автосалон или нет. Ну, хрен его знает. Так, листать на нумпаде. Как цвет выбирать? Ну, в принципе, чё бы купить такое, а? Давайте купим BMW. И вон моя машина здесь стоит, кстати. Цены, кстати, недорогие. У нас BMW вот такая теперь есть. Так, ее, наверное, надо припарковать, во-первых. Так, включить фары. Через двоечку включаются фары, можно капот открыть и багажник. В принципе, да. На N заводится двигатель. Не, ну BMW, конечно, зверская такая. Зверская. Так, чуть-чуть на красный проверь. Давайте сразу припаркуем машину нашу, чтобы, так сказать, ее не потерять. Парк. Не, ну, в принципе, сервер неплохой. Неплохой сервер. Давайте теперь посмотрим работы, GPS, работы и нагрузчика. Поедем на нашей новенькой BMW. Ну, в принципе, BMW неплохая такая. Бодренький разгончик у нас такой. Поедем на работу грузчика. Где она у нас находится? Находится у нас возле Анашана. В принципе, недалеко. Так, тут у нас лежачие полицейские. Так, давайте. Ух, лежачие, конечно. Я большие такие лежачие. Ну, зато никто ПДД не будет нарушать на таких лежачих просто. Ну, сами понимаете. Лежачие, вот лежачие нормального размера. Сервер развивается. Серверу сколько, наверное? Ну, думаю, сервер открылся где-то неделю назад. Но потихоньку они развиваются, делают обновления, так что не относитесь к ним прискорбно. Не надо там писать, типа, о, баги, там вся херня. Сервер открылся заново, возродился, так сказать. Новый мод, новый маппинг, все дела. Так что заходите и поиграйте обязательно. А вот мы и подъезжаем к работе грузчика. К работе грузчика. На-на-на-на. Давайте BMW вот здесь припаркуем. Вот так вот заглушим машину. Работа грузчика, да? Вот здесь, наверное, нам устраиваться надо. Начать. И, наверное, мы начали. Я так думаю, да? Я думаю, мы начали. В принципе, давайте, погнали дальше. Так. Это я, ну, я так понял, мы начали работу грузчика. Для получения подробной информации. Так, ну вроде бы. О, это дальнобойщик у нас здесь. Scania. Прикольно, это у нас дальнобойщики здесь. Наверное, это не для меня. Не с такого уровня. А, ну, давайте попробуем сесть. Ты не дальнобойщик. Да. К сожалению, я не дальнобойщик. Да, печально. Печально, но я не дальнобойщик. Так, может, я что-то пропустил. Так, давайте еще раз попробуем устроиться, наверное. Может, я что-нибудь, да, пропустил. Так. Если вы хотите начать работу, нажмите начать. Ну, начать. Во. Во-во-во, все. Начал. Сейчас посмотрим, что мы будем носить и сколько нам... Вы начали работу грузчиком. Грузчиком. За один ящик вы получите 250 рублей. Куда их носить надо? Ну, не сильно далеко. Недалеко их, в принципе, нужно и носить. Давайте по в темпе поработаем. Уже один ящик мы принесли. Но чекпоинты, видите, меняются. Меняются чекпоинты. Мы всегда с одного чекпоинта брать не будем.
и на одно место, видите, мы постоянно не будем ложить. Хоть разнообразие неплохое, неплохое разнообразие. В принципе, мне нравится маппинг, и работа ручкой тоже неплохая, по сути, сама по себе. Ну, давайте еще ящики поносим. Это уже у нас 500 рублей есть. Это давайте хотя бы 1000 заработаем. И поедем на другие работы. Но думаю, на другие работы нужно где-то устраиваться. Наверное, прокатимся еще по GPS-у куда-то. Может быть, есть какие-то развлечения там или еще что-то. Это у нас такой обзор сервера получается. Так что всем советую зайти, самим попробовать, самому, самим. Ну, вы поняли, думаю, о чем я имел в виду. Давайте завершим работу. Возьмем свои деньги. Так, начать. А как завершить? Конец. Во. Два раза просто нажимайте, и все будет работать, чуваки. Так, лок 1. Наши BMW. Так, ремень надо пристегнуть. Обязательно. Не, ну BMW вообще на стиле. Это M7. Кстати, ключ на КТРЛ достается. Ну да, М7 это, конечно, остроумно. Ну блин, реально, она такая баржа большая. Так, а на что у нас, по-моему, пустой? Давайте сейчас по GPS еще посмотрю. Так, съездим с дороги. GPS организации. Что-то не работает. Ну, как я говорю, сервер развивается, так что... Так, таксист, мусоровозчик. Грузчик, так. Место южном. Магазин 24/7. И он находится у нас где? Он находится у нас в Арзамасе, да? Да, он находится у нас в Арзамасе. Ну да ладно. Давайте съедем в этот магазин 24/7. Так, чуть-чуть нарушим ПДД. Съездим в этот магазин 24/7. Посмотрим, что же у нас там. Центральный типа магазин, я так понял. Ну, давайте посмотрим, что же у нас там находится. Главное, вижу, мост есть. Значит, GPS не собрал. А, ну, это заправка. Блин, прикольная заправка, кстати. Походу, она еще не работает, но думаю, все впереди. Но заправка реально прикольная. Да, в натуре прикольная заправочка. Ну что ж, поехали в Арзамас, магазин 24/7, центральный. Посмотрим, что же у нас там продается. Ой, чуть-чуть машину помяли. Ну, блин, хотя она валит так неплохо. Стоп, это новый город? Стоп, это у них новый город, походу. Ничего себе. Ну да, бизнеса, я так понял, пока еще нету, но... Чуваки, сервер развивается. Если будет онлайн, будет продвижение на сервере. Блин. Новый район какой-то. Я таких просто не знаю. Ну, походу, вот. Это что у нас? Нихера себе. Опача. Тут номера можно получить. Так. БУ номер. Бу-нумбер. О, я получил. А можно еще раз получить? Извините, но у вас уже есть номера. ОС 847, 152 регион. К сожалению, здесь у нас ничего нету. Ну, давайте заедем, посмотрим, что в милиции находится. Ведь здесь вы можете получить номера, если что. Так... Ух ты, ё-моё. Ух ты, нихера себе. Не, ну это прикольно. Это прикольно. Так. Это у них Мерседес такие. Ого. Мотпак у них, конечно, неплохой. Такие машины, блин, эвакуаторы. Полицейские, ё-моё. Даже страшно как-то. Так, здесь у нас... Стоп, у нас что здесь находится? Давайте зайдем посмотрим. Так, я тачку... Ладно, не будем машину глушить, в принципе. Так, давайте зайдем посмотрим интерьер.
Так, 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 это у нас тут КПЗ. По идее пришел. Так, ваша стажная зарплата 9000 рублей. Неплохо. Так, это у нас такое. Угу. Интерьер, кстати, тоже неплохой. Тоже неплохой. Так что, блин, чуваки, заходите на сервер, райте, блин, реально прикольно все. Доработать бы сервер, и было бы вообще шикарно. Серьезно, так, я чуть-чуть заблудился. Так, здесь у них броньку брать и устраиваться на работу, я так понял. Ну, ладно, давайте выйдем. Так. Нихера себе. Какой Мерседес у нас полицейский. Ладно, давайте поедем. Надеюсь, он за нами не будет ехать. Хотя все может быть. Ну ладно, блин. Я просто не знаю, как у них тут. Тут светофора вроде не было. Так что я вроде бы ничего не нарушил. Ну, милиция здесь есть, как вы видите. Блин, дверь обратно помял. Вот такие вот здесь домики. На троллейбусный маршрут. Ничего себе, тут троллейбусы еще есть. Ого. Заправочка. Неплохо. Блин, мы уже машину разбили. Так, эта дорога куда идет? Так, ну у нас СТО какое-то. Там может тюнинг какой-то есть. Давайте за этим посмотрим. Блин, вот этот новый район. Прикольно выглядит. Интересно, СТО вообще работает или нет. Сейчас мы это проверим. Так, о. Ремонт. Ремонт, так. Вот мы починились, но чтобы отремонтировать машину, ну, тюнинга, да, здесь нету, но мы зато отремонтировали нашу BMW. Отремонтировали нашу BMW, это хорошо. Удачной дороги, спасибо. Так, ну, блин, я вот эту новую деревню не знаю. Там он, полиция ездит по городу. Так, тут у нас, это что у нас? Это у нас, а, это у вас эти... Эти как его. Ну, мусор что возят, типа, мусоровозы. Я так понял. Ну, блин, это надо где-то устраиваться. Ну, чуваки, я первый раз зашел на сервер, я не знаю, где тут и что, так что не бомбите. Так, здесь это, походу, спаун Арзамаса, я так понял. Здесь такая машина стоит. Блин. Неплохо. Так, давайте поехали прямо. Троллейбусы ездят. Увидели? Здесь есть троллейбусы, ё-моё. Нет, чуваки, я, блин, наверное, еще здесь ему серию про троллейбусы, потому что, блин, я хочу на троллейбусе поездить. Как на нем поездить? Давайте GPS посмотрим. GPS, работы, дальнобойщик. Давайте напишем, связаться с администрацией, как устроиться на работу, как он называется, троллейбусника. Давайте так напишем, троллейбусника. А то я вообще без понятия, блин. Блин, ну троллейбус я никогда не видел на сервере, вы серьезно? Я нигде не видел троллейбуса, ну серьезно. Ну, может, на каком-то сервере есть троллейбус, но я их не видел никогда. В мэрии города Южный. Блин, ну, думаю, на этом будем заканчивать. А в следующей серии, наверное, снимем работу троллейбусника. Реально. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. О! Чуваки, продолжаем, походу. Работу троллейбусника. Ну, наверное, все-таки в следующей серии устроимся на работу троллейбусника. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, кто не подписан. Подписывайтесь на группу ВКонтакте. Все ссылки есть в описании, заходите на сервер и ждите новых серий. Всем пока.